Всем привет, с вами Роман Стелс. И это очередной эпизод прохождения игры «Трансформеры. Падение Кибертрона». На PlayStation 3 проходим. И, в общем-то, как и на чем мы остановились в прошлый раз, на дергании рычага. Делаем. И дергаем. Вон эти хрени, как они мне не нравятся. Да, нашел я. По-моему, меня запалили. Чё-то я сейчас так все пропустил, замечательно. Поехали! Все, все, что было до этого, не считается. Так, у нас здесь такое укрытие прям. Я буду себя зажал, я упру это 100%. Вы видели, что творится. Ну как? Как тут можно было? Ну это очевидная была смерть. Я и в угол себя зажал, и сзади эти понабежали. Все обосновано. Почему у нас в руках вот эта пушка, я вообще понять не могу. Нахрен мы ее взяли. Я не хочу. Возвращаемся за нашей. Это не наше. Это то же самое, что у нас, тот же дробовик. Плохо, жаль, как мы пулемет-то потеряли свой, а? Блин! Вот это обидно, конечно. Ну ладно, сейчас придумаем, что нам там можно сделать. Думаю, то, что мы стелс свой используем. Так сказать, по назначению. Secure this room. Yes, sir. Удобно. О, какие стоят чуваки. Смотрите, сколько нам помечено целей различных. Неужели нам от всех надо замочить именно? Так, ну этот понятно, этот умрет. Надо других обсмотреть. У нас 19 тысяч, практически мы приблизились уже к нашей цене. Ой-ой-ой-ой, там что-то серьезное происходит.
Там каким-то образом надо его заколбасить. Вот этого с лучом. Хрена. Можно ли его, кстати, со спины долбить или нет? Это тоже вопрос большой достаточно. Я надеюсь, что можно. Попробуем. Coming, did you? Nobody sees it coming when you're invisible. Jealous? I don't need invisibility. I'm that good. Это Джаз воюет или я? В смысле со мной? Это уже не важно. Мы уже дошли до чекпоинта, господи. Он очень сильный. Здорово. А кто меня прикрыл? Да, ты случайно? Может, и он. Но тем не менее, смотрите, удалось нам выжить. Жаль, этого не смогли убить без стелса. Да не важно. Ладно, двигаем далее. О-о-о. Гранат прилетел ко мне. Мне нужны деньги срочно. Срочно деньги. Сто кредитов нужно всего. 100 кредитов, и мы купим жизни. Ну неужели? Неужели ничего подобного? Ну не может быть. Пожалуйста. Вы издеваетесь, что ли? Мне осталось-то несколько копеек. А продать можно что-нибудь? Да ну жесть. Я не согласен. Есть! 20 тысяч, мы идем покупать жизни, я всем доволен. Жизнь прекрасна, пушку сменим, все купим, живем. Клиффджампер. Тот, кто открыл нам это. Equipped. Increase your total health. Отлично, все, теперь охотимся за чипшотом. У нас 200 хп теперь, ну все, вообще просто режим бессмертия. Погнали! Стоп, я пушку не поменял. Виноват, виноват, поспешил, на радостях. Всякое бывает. Так, у нас вот эта прокачанная штучка. С хорошим дэмэджем, кстати говоря. Оптимус с ней ходил. Но мы, наверное, возьмем все-таки вот эту. Или эту. У этой дэмэдж, ой, хороший. Возьмем эту. Ладно, так и быть. А здесь у нас что такое? Сайбер-коррупт. Вот это пулеметище страшный. И ракет-лаунчер. Пулеметище, что ли, взять? Давай. А здесь ничего взять нельзя, да? Ну, ладно. Все, более-менее подготовились. Так, а что вы здесь от нас скрываете? Аудиолог? Not much is known about the civilization that once spanned across what is now the Sea of Rust.
Что ж такое, не попадает? What is for certain is that its technology and culture predates the Civil War by a few millennia. Rumors persist, though unsubstantiated, of a massive explosion being the cause that abruptly ended all sentient life there. Да, а потом будет ныть, патрионов не хватает. Whether this explosion was an accident of some lost technology, or the result of a hostile conflict, will be debated for ages to come. Давайте посмотрим фигню. О, выбрались, как бы интересно. Без прицела, без всего, стало быть. Вот они. Хреновины. Вон и Джаз. Пак. Это Джаз спасать. Господи, нифига прям все летает. Ни хрена себе, башка стрёмная. Блин! Ладно, двигаем. Вот сейчас, походу, будет махач. Don't worry, buddy. I'm coming. Сейчас еще опущу здесь чуток. Я понял вас. Он хреном стоит. Сейчас мы с ним разберемся. Запалили. Вот этот сканер прикольно работает, он сразу показывает, где противник есть. А еще было вот здесь место такое, куда нырнуть можно. Надо бы сходить проверить. Его уж нет. Подождите. Да, нет, правда. Было ведь. Надо было раньше. Ладно, поехали. Махач так махач. Тем более, что там, по-моему, шипастый. Не, прикольно, кстати, то, что у скалолазика есть такая замечательная штука, как невидимость. Прям вообще в стелсе незаменимая. Так, нет, я, наверное, пойду сначала сюда в обход. Чтобы просмотреть сканер. Всех противников не видно на горизонте. Интересно. Что я тут делаю? Маленький ваш. Ехал, хрен знает куда, зачем. Ладно. Это была плохая идея. Да пойдем потихонечку. Cliff, you there? I'm glad to hear you're still functioning. I'm pinned down. I'm gonna need some help. Че, все сделаем сейчас. Главное вот этому не попасться. Хрену. Сколько нас здесь?
смысле вас. Нас, вас. Сейчас проверим. О, раз, два. Завершить их. Или оставить в покое. Вот это первый. А второй где-то был рядом. Вон второй, я вижу, где второй. Даже если попадемся. Не-не-не-не-не. Вот сейчас вообще не вариант. Надо, чтобы когда тот отвернется, и тот отвернется, я больше тогда завершим. Да, надо их добить. Это точно. Вот этот отвернулся, этот пошел в обратку сейчас. Он там сканирует пространство. Против них невидимый все равно не сработает, я так понимаю. Это можно и не париться. Сканер хренов. Стелс — это ожидание. Когда я проходил Metal Gear Solid, я об этом говорил. Что я делаю? Я не то жму вас. На! Все-таки это крутой пулемет. И все. Надо его прокачать потом. Ладно, все, идем выручать Джаза. Немного мы огребли, но, кстати говоря, хорошо, что жизни купили. Нормально у нас жизнь теперь достаточно. Вполне. Чтобы биться с злейшими врагами. Так что это хорошее вложение денег. Давай, Джекс! Все, ништяк. Все живы, все здоровы. Все хорошо. Storm's clearing. We're gonna have cars on our position in no time. Quick, follow me. Ну ладно, ладно. Иду, иду. Oh, yeah! Фига себе, быстро они, кстати, валятся. Это я с какой пушкой? А, я собственно с праймовской. В смысле, которого он хотел. Отлично. Если он так хорошо убивает, то... Придур. Это типа босса, наверное, да? Я, кстати, тоже среагировал. Не надо, Джаз.
Ой, вот это вот только не вот этот. Как помогает вот эта штука жизненная. Как хорошо, что купили. Всю и грудь. Я, наверное, об этом буду говорить. Блин, Джаз у него прикольная эта штука спайдерменовская. Я тоже хочу так лазить. Nobody's heard from Grimlock or his team since. Grimlock has a team? They call themselves the Lightning Strike, something or other. That's terrible. Jazz, look. Interesting. This facility is collecting the toxic byproduct of Energon refining. There must be an Energon supply nearby. You picking any energy readings up? The storm is still mucking my signal, but Cliff, I'm detecting a faint distress signal. It's Autobot. Так, проникли вовнутрь. Чё-то я, честно говоря, задумался сейчас вот так вот о трансформерах, поэтому ничего не комментирую. Это же реально очень древняя и старая, ну, образно выражаясь. Игра. То есть не игра, что несу, какая игра. Франшиза. Вселенная старая достаточно. И за все это время, ну, я думаю, наверное, много игрушек было и всего. И хорошо, что она продолжает жить. Потому что она действительно интересная. Мне кажется, дети и... В общем-то, да и люди обычные, люди и дети. И дети, и взрослые, мне кажется, вполне... Ух ты, снайперская винтовка. Деньги есть? Хочу. Хочу. И возьму. Слушай, клево. Так вот. Я подумал, что мне, в принципе, кстати, дома даже есть несколько игрушек трансформеров. У меня есть Bumblebee, Starscream. Optimus. Прайм. Прячемся. Слушайте, а нам наверх. Я думаю, все-таки собрать нормальную коллекцию, нормальных игрушек. Так сказать. Со снайперкой бегать здорово, конечно. Главное не огребать при этом. По полной программе бегом. Ёпара, сэр. Конец. Как я выжил, я прям даже не знаю. Фак, оружия нет совсем.
со снайперкой вроде неплохо прошлись. Чё не говорим? Совсем другое дело. Почти добежали. Да что такое? Блин, с патронами напряжен совсем. Если сейчас впритык будет столкновение, я, наверное, залью. Здесь пятеро пулемета. Но он нас, кстати, здорово выручил сейчас. А со снайперкой впритык, я думаю, не повоюешь. Осталось-то, в общем... Джаз, отлично, Джаз! Круто! Вот командная работа. Ну что, добрались? Практически. Bomb's on its way. Once it's loaded, escort it to the hatch and I'll arm it remotely. Should be more than enough fireworks to crack that lid. You are gonna wait till I get clear, right? We'll see. Don't let the Decepticons destroy that bomb! Да я не вижу ни хрена. Со снайперкой вообще не вариант. Это вообще не реально. Ну, на самом деле, я сейчас поменяю пушку. Такое чё? С ней тут еле-еле. Она по одному выстрелу, и то не убивает с первого выстрела. Если бы убивала, был бы клёвый. Ладно. Посмотрим. Надо взять, наверное, оптимумскую пушку. Оптимумскую. Да, это мы купили. Молодцы, конечно, но... Все-таки вот это... А проапгрейдить можем, кстати говоря? Вот так вот, если подумать. 3000, нихера себе. Не, не можем. А здесь... Пулемет, ракетница и вот эта вот хреновина, которую мы не можем купить. Все, я взял пулемет. Ну что, пулемет угасить? Нет, сначала с оптимумским. Ладно, попробуем, это посмотрим. Насколько удачно. Думаю, бомбу доставим, если удастся. Я думаю, я сейчас не одну попытку угроблю на это все. Блин, я по этой стороне уже пойду. Шотганеры. Перезарядись! О, блин, быстрее! Тут. Все, бомба взорвалась, мы просрали. Это невозможно, ребят, это как-то... Это пипец! Это пипец! И чё, по новой? По новой всё, да? Ну, в смысле, опять оружие менять? Ладно, я думаю, в укрытии надо не сидеть. О! О, всё уже приобретено, как хорошо. Всё, тогда сейчас попробуем с пулемёта уложить их. Прям вокруг сейчас побежим по периметру и заколбасим. Патроны! Патронов нет! А, и шотганеры! Шотганеры! Шотганер убьет меня сейчас! Нахер!
Блин, опять не успели. Да что ж такое? Это что надо вытворять тут с ними? Я просто понять уже не могу. Это очень тяжело. Они по ней хреначат, а я тут один. Ладно. Сейчас с какой-нибудь 839 попытки выиграем, я думаю. Жесть! Жесть, конечно. Так, ладно, сразу выбираем пулемет. Колбасим. Блин, с патронами вообще я действительно напряженка. You are gonna wait till I get clear, right? We'll see. Don't let the Decepticons destroy that bomb! Shotgunners! They aren't making this easy! Я сейчас сдохну. Плохо дело, плохо дело, плохо. Патроны, блин! Да все, жопа. Не доберется она оттуда. Это невозможно сделать. Они там еще сверху лупят. Как их захерачить, я и понять не имею. У меня нету столько мощи огневой. Там сверху по ней еще стреляют. И у меня все плохо. И вообще все плохо. Так, шотганеров, ну мы можем завалить какое-то количество. С остальными тоже как-то там что-то получается. В целом херня какая-то. You are gonna wait till I get clear, right? Ух, ладно. Думаю, еще три попыточки. Я буду хреначить. И еще. Вот я не могу, как? Ну давай! Да это пипец! Да что происходит? Я не вижу, не понимаю, что он там начинает говорить какую-то херню. Нервы, нервы, ребята! Жесть! Просто пипец! Once it's loaded, escort it to the hatch and I'll arm it remotely. Should be more than enough fireworks to crack that lid. You are gonna wait till I get clear, right? Ну доведем ее, надо взвести будет еще или что еще? Don't let the Decepticons destroy that bomb! Shotgunners! They aren't making this easy! Shotgunners! Ползать давай. О, жопа началась. Ну блин, возьми пушку другую, перезаряди. Чего-нибудь сделай. Да ну жопу, это... Да это просто херня какая-то, ребят. Просто херня. Поэтому оставим это на следующий эпизод. Как пройдут
Так и... Ну, в общем, вы поняли. Ладно, с вами был Роман Стелс. Вот такой вот неудачный эпизод. Но в следующем, я уверяю, мы эту херню пройдем. Погнали.